Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором компании корпоративного управления концерн «Тракторные заводы» Михаилом Болотиным, чтобы обсудить ситуацию на предприятиях концерна. Снижение объемов производства объясняется сокращением спроса. Частично это связано с появлением на российском рынке китайской и украинской продукции. Частично с тем, что операторы предпочитают эксплуатировать вагоны с продленным сроком эксплуатации. В то же время, по словам Михаила Болотина, на предприятии сформирован пакет заказов на отгрузку вагонов, цистерн и цементовозов. Также планируется выпуск нового алюминиевого зерновоза. Кроме того, принято внутрикорпоративное решение о переводе производства комбайнов из Красноярска в Чебоксары на площадку УАО «Промтрактор». Производственная мощность при двусменной работе составит ориентировочно 2000 комбайнов в год.